Новую концепцию развития туризма разрабатывают в Шымкенте. В данный момент идет подготовка экспертных предложений. У мегаполиса есть большой потенциал, отметили в профильном управлении. Приток желающих отдохнуть на юге Казахстана ежегодно растет. По итогам 6 месяцев город посетили более 200 тысяч туристов. Направлению планируют придать новый импульс за счет инвесторов. В первую очередь речь идет о развитии современной инфраструктуры для отдыха. Специалисты уверены, нужны новые 5-звездочные, 4-звездочные гостиницы, объекты придорожного сервиса. А людям, готовым вкладывать в такую туристическую отрасль, государство тоже идет навстречу. Особое внимание, по словам представителей турбизнеса, также следует обратить на подготовку англоязычных экскурсоводов, задействовать весь туристический потенциал страны, поручил глава государства во время ежегодного послания. Он поручил реализовать в сфере туризма прорывные проекты. К концу года у нас будет план, ну то есть видение, как развивать туризм в 2024 году, 2025 году и так далее. Почему мы это говорим? Потому что сейчас республика, точнее министерство создает очень хорошие условия для самих, получается, инвесторов, предпринимателей, которые работают в туризме. Необходимо сделать дешевые рейсы, то есть как можно больше лоукастеров, которые бы летали из Шымкента, из Алматы и других городов. Страны Ближнего Востока, Европы. Вот в этом случае тогда, я уверен, у нас туристов будет гораздо больше.